Что, ребята, всем привет. Иду опять к нашим, блядь, друзьям. Посмотрим, здесь они, не здесь. Ну, вон, пиздят, походу, дело здесь. Ну. Сейчас посмотрим. Ну. Нет, видите, все расцвело. Кто-то кашляет там. Кашель, перейдешь, блядь, хуй разберешь, нахуй. О, блядь, вот, блядь, красавчики сидят, нахуй. О, блядь. Ой, бля, коробки у них, ебаный, брат, бухие, что ли? Ёлки-моталки, здорово! Ну чё вы, блядь, где, сука, пропадаете, блядь, змеи? Да, где там полымал? Не, он не приехал. Ну чё, на сотку раскрутили, блядь, змеюги? Ну, это не шпала. О, Игорёха, ёбсаны, блядь, все нахуй. Все здесь, все вместе, все вместе. Чё вы, блядь, бухаете, змеюги? Так, немножко. Это как его? Говори, говори. А во сколько там? Короче, там еще никого? Ржала уже, жив. Там никого. Ну это, Рауса его, пиздануть деда. Ебанем нахуй. Так, все. Бля, у вас тут такой срач, ребята, бля, ебать. Ну, приберемся, мы пока там. Смотри, какая это, если хочешь, я вас набухаю. Все. Вот мы сейчас с тобой в магазин пойдем. За сосисками, а вы, блядь, приберете здесь немножко. Вот это, блядь, я вас за это напою. Я поеду с сосисками. Не, а мы пешком пойдем, пешком. Ладно, все, базаров чё, нет. Согласны, мужики? Я вам бухла, всё, блядь, и сосисок сейчас купим, пожарим. Андрюха? А? Я понял, плохо. Вы приберете здесь? Всё, блядь, вообще без меня. Я с собой заберу. Смотрите, рука, блядь. Вообще там, блядь, какая тема. Все зажила, нахуй, видите, у него и рука-то, блядь. И там, блядь, рыжевая собой. Мы его еще топором не зарубили. Пока еще не поедем. А там что, Никола, что ли? Какие крутилки, нахуй? Ты мне, нахуй, сюда кабан, нахуй, давил, нахуй. Да там часы давай, в другую сторону переверни, нахуй, нахуй. А куда я переверну? Давай, нахуй. Никуда ты не понимаешь, вообще, хуй, нахуй, пошли, нахуй. Сейчас, нахуй, вот так они будут ходить. Все, нахуй, эти они часы, бля, ходят. Так. Ай, хрен, нахуй, похуй, нахуй, все пойдет. Поха! Я на работу. Работа! Жди меня, нахуй! Да, святое, нахуй! Нихуя не работает! Бородатый, нихуя, да, рыжий, бля, бородатый стал, бля, ёбаный! Ну хули, ребята, что с ними, бля, пьяными? Сейчас пойдем тогда. Андрюха сказал, будет руководить приборкой, а рыжий пойдет в магазин со мной за сосисками. Да, сейчас, бля, сосиски возьмем. Сейчас один... Ой, у меня сны спазмут, ну, что я похудел, что ли? На проволоку ты давай, завязывай. Ты прибирайся здесь, мы с Вовкой сходим сейчас до магазинчика. Понял? Вы там... Игорёха. Так, Игорёк, давай, приберётесь, деда, я сейчас бухлам принесу. Бог, ты чё, куда буду попасть? Я тебя заебался искать, нахуй, ёбку твою. Пашка, нахуй. Всё, пошли, рыжи. Давайте, чтобы я пришел, было чисто, тогда попьете, нахуй. Всё, понял. Пошли, Вовчик, а, Вовчик, пошли. Андрюха, прибирайтесь, мы пошли в магазин. Давай, давай, все, прибирайся. Да, я сам как на камере, как камера. Рыжий, блядь. Все, ребята, пошли давай, рыжего не потерять, ребята, блядь. Ну все, ребята. Ох, блин, елки-моталки, лес густой. А и дядька хвостой. Вот так вот, нахуй. Да вот такой. Рыжий какой паскудник, блядь. Где пропадал-то, нахуй, а? Вот такой. Я, блядь, ребята, обещал его за бороду потаскать, сука, за то, что пропадал, нахуй. А я тебя искусаю. О, блядь, видите, он, сука, загрузит меня под люга. Ребята, сейчас мы выйдем отсюда, чтобы не снимать это место. Все, ребята, короче, кепку Володька не дождался, нахуй. А у меня будет в валанчике ходить, нахуй. О, а у меня вот. Ребята. Вот видите, какая вот. Женщина мне подарила. О, Надюшка, блядь, его бережет, блядь. Паскудник. Ах, какой Володь. Все, ребята, мы пошли за сосисками. Попиздим дорогой, нахуй. Сейчас Володьке еще похмелиться, я ему похмелиться привез. Так вы, бля, как похмелиться, если вы уже пьяные, блядь, были? Я еще не пьяный, я в нормальном состоянии. Пошли, дорогу перейдем, там, до Уральска, дойдем до магазинчика. Посюда пойдем? Ну пошли, посюда, говорил. Да, мне пофигу, хоть покуда. У меня какая разница, у меня ветерок. Ха, дует ветерок у него, блядь, паскудник, нахуй. А я его, блядь, две недели, блядь, ищу опять, нахуй. А, пока, а знаешь что?
Факт то, что ни один кольщик не хочет. Я колоть умею на колке, но колоть тебе не буду. Почему? А что тебе на колку-то? Чего за колку-то хочешь? Лепесток клена на плечо. Блять, ребята, ну все, Володя, блядь. Видите, какой лепесток клена хочет, блядь. Да, это сильная штука. Вещь хорошая. О, блядь, какой она. Вот пошли так... в верный сходим. Ребята, да ну... хоть к черту на колечке могу идти. Что сейчас, не погоди, надо. Я сейчас накачу. Кепочки, сейчас Володьке еще кроссовочки дам, ребята. О, блядь, Фаридушка ему подогнал, блядь. Он Фаридушке скажет спасибо, пошли сюда. Вот, женщина, которая мне, ну, дала, ну, вот, талисман, вот этот. Оберег, ну, это, ну, ты че? Ей привет. О-о-о, сильная штука. Да, и... вообще сильная. Бля, видел, у него, блядь. И пусть в этой жизни у нее будет, ну, все красиво и много смеха и всего, вот. И прекрасного. Все, скажи, Надежда, это Надежда, девушка. О, Надежда, даже само имя говорит за себя. Надежда. Надежда. Ну, так, Дилан сверну там, он говорит. Ну, точно. Так что, ну, что, да давай? Вон хоть куда, мне какая разница. А что, вы сегодня даже в Вальдемара-то не ходили, даже никуда? Да? Да, не, мы... Металл не собирали? Мы вчера как грохнулись, так и все, и дрова. А там Никола спит у вас, да? Ну. Хули, я приехал в те выходные, искал вас, блядь, хули. Хотел помыть, побрить, вас не нашел. Ну и поехал Донбасса встретил. Не, нахуй. Погоди. Сега такой приезжает. Ну, рассказывал. Я говорю, он такой приезжает, Вован, че, появился что ли? Я говорю, ну, блин, Паха в воскресенье приедет. Я говорю, все, заметано. На какой-то раз так же говорили ему, сука. И нихуя не дождались меня, паскудники. Нет, а сегодня-то мы тебя будем ждать. Конечно, вас сегодня хули. Паша, блядь, вам бухло привез сейчас, блядь. Напьетесь, блядь, напоят вас, блядь, накормят сосисками, нахуй. Так нет. Сейчас курю. Не, Паш, это полбеды. А это полбеды. Еще какая беда, блядь. А нам, представляешь, на воскресенье. Ну, один подходит, короче. Надо, короче, эти, как они, во, хрени вот эти, короче, копать. Ну, под трубы эти, ямки. Я говорю, не канает. Он, почему? Я говорю, я пообещал, говорю, Пашке. Вот так вот, блядь, ребята, видите? Ну, а что, придется их, блядь, за это? Я говорю, Пашке пообещал, что я в воскресенье буду дома. Вот, блядь, ну ладно, ладно. А он такой, так чё? Блин, я это, ну, заплачу там туда-сюда. Я говорю, не, мне твоя платежка, она мне нахрен не нужна. Я говорю, я пообещал, слово дал. Пообещал человеку. Блять, вот, это, как вот рыжий паскудник на него злится, блядь. Видите, блядь, ребята, опять подлезался рыжий, блядь. И все, сейчас его прощаю, блядь, его. Давай, пей там, нам будет ящик поставить. Ай, такой. Вот, блядь, а, вот рыжий, блядь. Я лепесток. То ли на ветер, то ли на восток. Вот такой он. То ли на ветер, то ли на лепесток. Я такой. И Андрюх, сейчас я там нахуй все весь муравейник весь подыму. А что там, они сейчас поднимутся и так? Конечно, куда они денутся. Я думал, вы бухаете, блядь. Ебать, а вы их. Не, ну мы чуть-чуть обохмелись. Ну это чуть-чуть. Это только так чуть-чуть. А мне нужен разгон хороший. О, сейчас, давай, пивни закроем, чтобы ящик поставим, пошли в магазин. Сейчас сосисок возьмем. Ящик-то я точно ее не поставлю. Задние карманы я точно ее поставлю. Пошли. Ну что, знаешь, что сосиски продаются, нет? Давай, веди меня. Заходи, заходи, заходи. Вот, заходи. Сосиски. Давай, только не ругайся там. Да, нет, все, пошли. Где? Вот сюда заходи. Пошли сюда. Вальдемар. Пойдем. Погнали. Ребята, сейчас мы с Володькой. Так, что, хлеб-то надо вам? Володь. Сосисками хлеб будем, блядь, жрать. Конечно, хлеб и сосиски. Ну сейчас хлеб-то где только? Надо сейчас хлеб найти. Давай посмотрим. Что у нас тут имеется? Так, и что, где у нас хлебушек, Вальдемарыч? Да бог его знает.
сейчас. Мусорчик. Так, сосиски. Консультанта поймаем. Да не надо, мы сейчас так идем. Это что это такое? Барыш. Это не переживайте. Скажите, пожалуйста, где хлеб? Пошли. О, вот. Я тебе говорю, консультантам нужен. Пошли. О, Вальдемар, хлебушек здесь. Что, резаного возьмем, да? Булки, давай, булки хватит? Хватит, пошли. Пошли сейчас все. Чем посмотрим с тобой. Ребята, за съемку извиняюсь. Такая съемочка. Что, сосиски вон, да? Вот. Ну, что-нибудь такого. Быстро, чтобы пожарить, чтобы там, да, тут сейчас дождь пойдет, блядь. Пошли. Пошли сюда. Сейчас, ребята, мы найдем. О, сосисочки, вон они. Володя. Рыжик, не потеряйся. Ребята, его, блядь, не потерять надо, самое главное. А то потеряются. Так, цена за килограмм, там что-то, да, это так, 119. Что, сардельки какие возьмем? Давай вот эти возьмем. Так, Вальдемар, ну давай, так, ты вот так держи, блядь, камеру. Сейчас я, блядь, подожди. Так, а что нам надо? Они под мешочки надо. О, мешочки. Вон пакетики. Вот мешочки. Ты на меня камеру хоть наводи, хоть на себя наводи, что ты, блядь. Вау. Так, ребята, что возьмем? Вот. Сарделек, не знаю. Не, это, как его? 150. Вот надо было, на самом деле, это. Какое? Жене-то, ну, чтобы он не восстал, разодрали нахуй, мне сейчас Серега. Ой, нормально так? Все, ребят, взяли сарделек, пошли. Все, сейчас, если деньги есть останутся, значит, съезд возьмем. Все, ребята, идем, Вальдемар идет. Та-та-та-та-та-та, где да. Касса? Где касса? А что бы... Что-нибудь вот как-нибудь, чё-нибудь. Блин, какой Володька, видите, как так? Пошли сюда, Володя. Володя. Пошли, магазин такой. Бля, ребята, я не знаю, что с ним сейчас делать. Чё ты? Я возле короба, магазин, самый хороший магазин. Все, пошли, самый хороший магазин, пошли. Давай на кассу. Поехали. Так, сюда. Пошли, Володя. Давай. Ложь хлеб. Я уж какой есть, я такой есть. Я другим уже не буду. Вот так. Так, посмотрим, секрет еще. А еще пакетик посчитайте. Ну вот. Барышня, а вы самая красивая сегодня утром. Вот. Это Володя какая, блядь, это лиса рыжая, блядь. Всем сегодня напел, блядь. И мне напел, блядь. И всем, вот видите, какой рыжий. Пыжик. Самая красивая вы сегодня. Володя, спасибо большое. Не, вот такой рыжик. Ну, за бороду подходника бы сейчас таскать бы его. Рыжик это рыжик. Так, еще сигарет посчитайте, сколько здесь останется. Самых дешевых, да? Там. Друг, это сильная штука. Это такое. Его, ну, блядь, никто не заберет. Блядь, змеюка. Рыжая, блядь, попался. Сейчас, ребята, Володя будет жарить вам фирменные сосиски, да, вам подарит? Я сейчас там. У меня шампура, у меня есть, мы сейчас. Все, сейчас забодяжим. Все. На огоньке. На пачку только хватает? Ну ладно, что, давайте одну. Блин, Володя, что-то денег, блядь, не взялся. Ладно, бокси. Ребята, видите. А что? Ничего, хватит, нормально. Ну, иди, Володь, собирай пакет. Собирай пакет. Давай, слаживай. Положи вот здесь, слаживай здесь. Что, Володя что-то растерялся, блин. Девушку красивую увидел, так он, видите, все. Барышня, это красивое. Ну, это давай, красивое. Собирай, барышня, это красивое. Собирай, пошли. Вот у нас обычно руки, блядь, грязнущие, блин. Ну? Немножко в наждачке. Ничего страшного. А что он, блядь, не может, да? Справиться с этим пакетом, бляха. Вот, все. Ребята, мне надо доволен. Вот напридумывают все хрени. Ой, я сейчас выйду, как думал. Покуришь? Покурю, конечно. Все, пошли. Держи. Пошли. Так, подожди, корзинку. Вон. Что, скажи, до свидания. Кассиршу украли. Все, пошли. Скажи. Че, пошли. Погнали. А че, где выход? Вот. Вот. Входи. Двери, вот они.
Блядь, ребят, на улице дождик. Вот мы вовремя с тобой попали. Дождик. Так, Вальдемар, что там, куда? Иди сюда, заходи сюда, смотри. Мочить-то будем. Давай, здесь постоим сейчас немножко. Да, ребят, на улице дождик. Здесь. Здесь постоим. Тебя жена не потеряет ничего. Ну, блин, как видите, блядь, вот так вот, блядь, потеряет, да. Ты же здесь бейсболочка, все Вальдемар. Ну, блядь, надо было это доснять, блядь, ценник-то, ёпта, не ценник, а это, ну, ценник. Все, видите, бейсболочка, Володя меня. Сейчас, ребята, немножко дождик успокоит. Дойдем до наших алкоголиков. Их всех там подымем. Хвост да в гриву. Ох, я там их всех подыму. Ой, упаси меня, Господи. Вот так вот Володя сказал, нахуй поднимет, значит поднимет нахуй. Я сейчас... Так. Это уже не рыжий, это уже борода, блядь, ребята, нахуй. Видите, какая бороденка-то у него. Ну, блядь, я нахуй. Пушистенькая. Видите, она пушистенькая, блядь, паскудня какая-то. Нормально. Ты пока что, открывай пачку. Пошли, вроде дождь закончился. Думаешь? Да, ты пачку-то открывай. Курить-то что? Что, кончился? Угу. В каком месте? Да ни хера, блядь. Ну что, сильно что ли, да? Давай 10 минут еще подождем. Давай. 10 минут. Давай, ты пока сигарет открой себе. Вон мусорку брось. Потом покурим. Так, блядь, что это? Охламоно-то. Да ничего, скажи нам, что дождь, ну, мы их так пожарим, да, там, блядь? У нас там мобил здесь. Дров наломаю, вон, пацанам скажу, в гараж там, у них дров возьму. Да, вон, деда нахрен заплеку. Вон, всех там сейчас, я их там всех расшевелю. И что-то-то будет. Что-то с чем-то и как-то. В крест и все. В гриву. Вот так вот. Хвост и гриву. Да. Вот так вот. Вальдемар сказал, блядь. Вальдемар, блядь, сделал. А хули Володя пиздеть не будет. А. Ой, дух твой должен быть крепкий и сильный. Ох, волчи. Блядь, Володя, блядь. Если змеи тебя не едят, значит тебя никто не сожрет. Ух, силой дух, и в туман все войдет. Все. Володя помолился нахуй. Дождик закончился. Значит, пачка открывая, мы пошли с ней. Курнем на улице. Да, да, здесь я тут вам мусорка. Помещение нельзя купить. Ну все, пошли. Все, закончился. Ну все, ребята, идем нахуй. На встречу. О, блядь, как хорошо. Иду, Джико, сейчас свежо будет. Володя сейчас, блядь. Ох, господи ты, боже мой. Ой, блядь, Володя, не падай, блядь, разобьешься нахуй. Не разобью. Да, Володя, я обойду, блядь. Пусть смотри, чтобы у тебя не выпал. Сзади. Ветер нужно понюхать. Вальдемар и все. Пошли давай, Володя. Пошли. А то людей сейчас напугаешь, блядь. В этом ты прав. О, ребята, дождище такая, блядь. Черемуха цветет. Черемуха? О, блядь, ребята, ветер, ветер. Дождик, ветер, блядь, ребята, там что-то... Зачем я вон его снимаю? Я снимаю. Вон, Володь, да не, мужик, я серьезно его снимаю. Мы, блядь, стояли сейчас, ты меня снимал. Да я тебе вот-вот его снимал, клянусь. Я его снимаю, вы что, мужик, я серьезно говорю. А ну, я тебя знаю. Да? Да. Ну, 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 блядь, он бомж, я просто его снимаю. Удаляй, я, блядь, пацаны, я не был. Стоп. А сейчас это будет, да, разговор, да? Я тебя запомнил, нахуй. Я тебе, вы, мужики, я вас... Да, блядь, парни, я же говорю, вот серьезно, вот закрывай, подожди, дай вот. Меня. Бля, вы что, вы не переживайте, вы что? Не, Володя, блядь, что ты? О, нихуя ты, блядь, нахуя ты меня обнял. Ну все, мужик, ну, давай. Все. Пошли, Володя, блядь. Пошли, все, 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 Володя. Ну, ребята, видите, опять недоразумение. Вот, да нет, нет, нет. Все, пошли, пошли, Володя. Блядь, ну, ребята, ебаный в рот, видите?
Что, с ума что ли все посходи? У них что, крыша едет что ли у всех? Крыша едет не спеша. Ребята, ну что, вторая неделя уже, видите, подожди, стой. Тихо, тихо. Машина. Пошли. Пошли, пошли, надо. Ребята, на улице дождик. Нет, сейчас курнем. А, ты сейчас давай там перейдем в кустах. А дух твой крепок, Серёга. Ох, господи, ты боже мой. Никто не возьмет мою душу и сердце. Эх, Вальдемарыч, блин, вот такой балла я, блядь. Давай, закуривай. Сейчас мы. Сейчас я тоже закурю, что я тут. Смотри, чтобы она не промокла. Камера-то хуже, она специально сделана. У меня чтобы это пауэрбанк, который батарейка заряжает, не промокла. А я такую. А ты где чекушка-то? Пивни ее. Сейчас, подожди, я еще спички не это самое. Че нам надо-то, блядь? Че, наебнуть доску, что ли? Я сейчас нахуй вам скамейку сломаю. Успокойся, что ты? Давай не ругайся, блядь, у тебя что спички-то, блядь, ёпта мать, спички-то хоть есть у вас там? А там зажигалка, блядь. Блядь. Чё за хрень нахрен, блядь? Володя, я же скамейки начну ломать нахуй тут, блядь, и начну долбить нахуй всех нахуй. А видите, чекушок у меня, да, сейчас ебанет нахуй. Это не я же уже в духе нахуй, блядь, во мне сила нахуй, и кровь кипит нахуй. Какая разница, чё, блядь, скамейку нахуй сейчас выверну нахуй. Ну, блин, какой Вальдемар злой, блядь, сейчас ребята выпьют, успокоятся немножко, блядь, бородище у него, бородище, блядь. Угу. Бороденку свою, рыжую, вот такую, она у меня ровненькая, красивая. Ты что, постригаешь её, посуду? Нет? Так, я сама растет. Пошли. Пошли, пацанам там нахуй, сейчас шашлычки. Бля, ребят, погода, смотрите, какая пиздец. Ну ничего, Володя сказал ему, хули, хоть дождик проливной, хоть снег. Вообще похуй. Вообще похуй, говорит, блядь. Шпане нахуй, вообще до пизды. Блядь, может вернуться и... Да пошли, пошли давай наебут. Надо, что ты? Они просто думали, видишь, ты, что я их снимаю, блядь. А им они нахуй не нужны. У меня вот ты звезда, да блядь. Да они нахуй, они в рот мне все наебались. Ты у меня звезда, блядь. Ты меня сейчас, пойдем, я тебе кроссовочки сейчас еще там, блядь, оденешь нахуй. Там, где там, Николь привез кроссовочки, у него ножки болят, да, блядь? Ну, у Коляна ноги нахуй там, блядь. Я-то хули, я и босиком могу идти, блядь, похуй нахуй. По стеклам могу ходить. Блядь, не Вовка, блядь, а йога нахуй, ебать. Ну? Жизнь меня так воспитала. Последний, первый кусок ел я на комсомольской тюрьме. Комсомольск на Амуре, на Дальний Восток. Там последний кусок я ел. Ну, немножко такой, ну, с плесенью, но вкусный. Ну, вот так. Как у меня Виталька покойничек говорил. Вова, пенициллин полезно. Плесень-то? Ну, угу. Ну, хлеб, ну, там он сухарь такой. Меня, сука, в решетки в эти ебаные загребли туда, в эту хату. Двое суток, сухарь вот такой, маленький сухарек. Вот такой маленький сухарь, весь плесень, грыз его. А выхода не было другого. Ну, а потом, когда вышел на продол, нахуй, мусору, сразу же тумак пошел. Ну, вот так, винтом. Ну, это не считается. Блядь, оно Вальдемар, блядь. Боец, блядь. Ну, не похуй, у меня здоровье есть, нахуй, дух. У меня никаких этих дневников, никакой хуйни.
ни розочек, ни мозочек, ничего не было. И нахуй с кулака. Олег, пошел. Так. Здесь. Ну, вот здесь. Вот, видишь, люк. Угу. Здесь он вот такой маленький был. Здесь мы с Димкой Толмачевым спали. Вот здесь вот у нас двухэтажки стояли. Это двадцатка еще была тогда. Там вокзал еще работал, ну, автобусы. Смотрите, вон там у нас эти жулики, всякая хуйня. Ну, смотрите, морды постоянно, блядь, колеса нахуй, блядь, летели, автобус нахуй разлетался. Пошли давай, автобус летался, пошли сейчас. Ну, это старики у нас. Сейчас, ребята, мы к машине. Я другим уже не буду. А как еще делать? Сейчас, ребята, мы в машине возьмем кроссовки. Фарид, который подогнал ребятам, шампура возьмем. Я отключусь, потом уже включусь в их шалаше, чтобы не спаливать их шалаш. Что, видите, блядь, что-то столько молодежи негативно настроено, блядь, против них. Пошли, Володя. Так, сейчас Володя первый все кроссовки уберет нам. Иди сюда, Володя. Ну что, Вальдемарыч, пойдут где? Вон через плечо. Это, блядь, Николя. Коляну? Да. Блядь, плечо есть. Ну, короче, надо туда, слаживай их все нахуй, кроссовки выберите сейчас. Андрюхина. Ну все, ребят, сейчас мы включимся. Нет, Вова, нельзя. Блядь, как я хочу, блядь. Тумак нахуй, блядь, всех замотай. Блядь, ну Володя, ну это, блядь, не Володя, а просто машина для убийства, блядь. Нахуй. Нормально, нахуй, пойдет, блядь. Сейчас нужно ближнему все. Все, Володя, видите, ну, блядь, все, из магазина идет, блядь. Кроссовочки, блядь, у него все. Хлебники. Папа а пришел, да? О, блядь. А что на хлебнике-то есть, нет, в доме? Брюха, а что на хлебнике-то есть в доме или нет? Хуй не подскажи, жали на хлебнике, ебаный. Сами пускай работают. Жали, что ли? А, блядь, Николай, Николай, здорово. Пока. Хуёво стало. Как хуёво стало? Нам некуда. Вот, давайте смотрите, да, обувь, ребят. Где что-нибудь, блядь? Дед, вот, давай, вот. Что там, еще что есть? Еще там обувь, вот. А я курить буду, бляха-муха. Белая будешь, конечно. Вот, будешь? Плохо. Не, погоди, Андрюха, это не канат, катер. Короче, ему это... Куда мне? Костюмчик белый. Ну, кому? Будешь у нас. Не, губернатором точно не будешь. Будешь у нас. Губернатор мэтром. Он нахуй не нужен. Будешь дура ему. Мэром. Будешь мэром города Асбеста. Вместо этого. Еще вот. А, нет. Вместо вот этих, которые, блядь, там сидят, двухэтажки. Пока. Мэр ушел, блядь. Я уже видел. А хули вы не прибрались-то, блядь, паскудники, блядь. Вот, блядь. А вон, а как вы не брал? Лентяй, ёб твою мать, блядь. Ребят, вот так это не прибрались. Сука, бляха, муха. Вон, Игорёга, блядь. Ах, блядь. Съезжаем отсюда. Куда? За. Мы тебе покажем. А что потом? Хабака. А что здесь? Да тут всякие нахлебники хуй, на хлям. Вон, видите. Ну что, блядь, Никола? Паха. Да, чайки нахуй, ебаные, ебучие, нахуй. Чинарики последние, блядь, все. Соли то спиздили. Блядь. А что, где у вас дрова-то, блядь? Как вы будете жарить-то, блядь? Сосиски я взял, ебаный в рот, блядь. А сейчас сделаю, блядь. Сейчас самое интервью будет хорошо. Смотри, я ему почти голову отрубил. На канале, блядь. Я не буду, блядь, я не буду, вообще, тут нельзя, нахуй, тут водка, нельзя, блядь. Да когда? Володя пошел дрова рубить, нахуй.
свой. Нет. А путё? А ты что там? А вот, дед. Что, бабку? Да, я тебе бабку уже нашел, пошли. Да, 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 я тебя завязываю, да, пойдем. Бегом, бегом. Я завязываю. Тебя, ба, бабуля. Жадина, говядина. О, нихуя. Чё, нормальная штука, пойдем. Она тебе. Давай, Володя, дрова. Андрюха, Андрюха. Батя, ты чё, блин, бабки? Да ты, ты там нахуй деда не трогал, нахуй он дрова. Дорогая бабка, чё ему не надо? А, давай. Где он начал? О, чё это такое? Ты чё, блядь, Игорь, блядь, такой бухой, блядь? Блядь. А я чё, вот такой, маленький, что ли? Вот такой. Бери побольше. Там, там бабка тебя ждет. А тебе да, да не пись, ты нет, не пись. От бабки тебе ждет. И башу его закрой нахуй, нихуя. Так, хорош нахуй ругаться, мужики. Я тебе тоже могу уебать. Я тоже закажу, который не ездит. Пусть мерили нахуй. Вовка, блядь, давай дрова руби. Где дрова, блядь? Будь же нахуй спортивные нахуй ему, блядь, дай. А ролики нахуй, на роликах будешь ездить, к бабушке, приедешь на ролик, и нахуй нормально все будет, все полно прокатит. Все, Никола что-то обиделся, блядь. Да, Никола? Да, хули, достали нахуй, алкоголики, блядь. Так вот, алкоголики, это такая сильная штука, алкоголики. Эта штука сильная, алкоголики, это при алкоголике, блядь. Это пипец, пипец, полный. Давай, блядь, дрова руби нахуй, вперед, блядь, рыжий. Блядь, опять рыжий, блядь, опять, ну, ладно. Ебаный ворот, блядь, как это ребята с ними, блядь, какие тут сосиски, они сырые, походу, дела будут, блядь, их есть, нахуй. Блядь, пизду, блядь, один он, Игорь, что-то такое, молчун, блядь. А похмелись, Игорь, ебани, спиртяшку надо разбахать. Какое жарево, блядь. У них, блядь, тут барбекюшница даже есть, ёпта моя, сейчас барбекюшница. Сейчас, Вальдемар, ну быстро давай дрова рубить надо. Андрюха, нахуй, помогай ему дрова рубить. Чё? Так, давай, пей. Чё, так? Я дрова, я уже рубил там. Я дрова, блядь. А вон там, точно дрова, блядь. О, коробки закидывай, я дрова, блядь. А! О, кстати, паха. Где? Я другой сюрприз, если ты это самое. Сейчас я сюрприз подам. Ох. Знаешь что? Паха. Знаешь что? Ты такой разжигай и разговаривай, разжигай. Ты, блядь, я знаю, ты сейчас будешь пиздеть, а не разжигать. Я знаю, что я пиздебулю нахуй, блядь. Ну это точно так, как нормально, то весело. Давай я тоже ноль. Дёрнул, этот хрен. Ой, ебать, ты нихуя его там нахуй набрать. Куда он? Ну, чё, блядь, я не знаю, нихуя не могу. Он плотный, посмотри. Ну, чё, это Серёги. А, Серёги? Да, Серёги. Он. А, вы нашли её? Да, он, да. Ну, это ну, там. Ладно, всё, Серёму. А вон туда положи, я не забыл нахуй, туда положи, заберу её. Там нет, там с обратной стороны посмотри. Да я хуй, я его не разбираюсь. А ты не разбираешься, я понял. Ну, больше вот, я не заберу. Кондеры, сейчас скажу. Кондеры, ой, транзисторы и все остальное там. Как тушки, нахуй, микросхемы, нахуй. Все. Это Серегина, отдашь. Ну, он положил туда. Ну, я положил, я не забыл. Пускай она, вот, а что, если он занимается, так занимается.